Только что закончился один из самых лучших сезонов в «Сотне» — пятый. Финал получился настолько рискованным и отличным, что дал дорогу для новых сезонов, вплоть, наверное, до 10-го. Если, конечно, шоу до того времени продлят. Сейчас известно только про 6-й. Если вы не хотите наткнуться на спойлеры 13-й серии, то лучше сначала посмотрите сам эпизод, а потом уже и это видео. 13-я серия получилась очень мощной и интересной. Финал 5-го сезона завершил историю Земли. Да, вы не ослышались. Из-за того, что началась война между землянами и заключенными с Гагарина, все дошло до того, что Макрири просто взял и сбросил особую разрушительную бомбу на единственный пригодный для жизни участок на Земле. Раз уж он ему не достанется никому. Все кланы, команда Беллами, Кларк и заключенные были вынуждены опять покинуть планету и улететь обратно в космос. Вот прежде чем продолжить, давайте разберемся с Макрири. Он еще тот в кавычках гений. Я уничтожу планету, и мы будем жить на корабле, с которого, блин, они месяц назад свалили на Землю, ибо на нем нельзя жить, можно только спать. Гениально. Наверное, у него не только в легких опухоль, но еще и в мозгу. Почему Кларк не застрелила Макрири, когда тот вводил код? Хотя смысл это обсуждать, как можно ожидать логических действий от той, которая весь сезон делает все совершенно рандомно. Были некоторые серии, в которых я вообще не понимал, что она делает и что она вообще хочет. Кстати, почему Шо не мог заранее согласиться поднять корабль в воздух и потом его внезапно разбить? Да, он бы погиб, но зато и преступники вместе с ним. Хоть бы раз взлетели с планеты, которая не полыхает огнем. После того, как все улетели в космос, Майлз объясняет, что Земля не будет пригодна для жизни как минимум 10 лет. Он предлагает единственный нормальный способ, чтобы спокойно за это время выжить, так как припасов на корабле практически нет. Криосон. Все, естественно, соглашаются. Вот только ребята засыпают не на 10 лет, а на целых 125. И это, кажется, отсылочка на фильм 2016 года «Пассажиры». Просыпаются сразу не все, а только Кларк и Беллами. Они не понимают, что происходит, но внезапно появившийся сын Монти все объясняет. Он отводит их к монитору, и тут у фанатов начались слезы. Во-первых, водоросли его прекрасно растут. Во-вторых, благодаря геологическим оборудованиям корабля, Монти следил за состоянием поверхности Земли, но спустя 28 лет он пришел к выводу, что Земля уже никогда не восстановится. Ее полностью изнасиловали, она мертва. В-третьих, у Монти и Харпер появился ребенок, они его назвали Джордан. Когда ребенок подрос, его положили в криосон, а сами продолжили жить. Они не хотели больше воевать и остановились, потому что им нужна была спокойная, тихая жизнь. В-четвертых, они не сидели просто так на месте. У Монти был план Б. Он взломал файл миссии Элигиуса 3, и она не была связана с шахтами. После добычи всей нефти на Земле, они решили найти другую планету. И что в итоге? Правильно, ее нашли. Монти установил координаты и отправил корабль с выжившими на новую планету. Лететь, кстати, до нее 75 лет. К сожалению, Харпер в этот промежуток времени умерла из-за генетического заболевания ее отца. Монти хотел бы увидеть новую планету, но без Харпер его эта затея не устроила. Также он еще объяснил, что новая планета находится в зоне обитаемости бинарной звездной системы, а Элигиус 3 так и не прислали отчет на Землю. У меня ушло 30 лет, но я наконец взломал файлы миссии Элигия 3. Два солнца. Когда я смотрел серию, то в тот момент, когда Макрири отправил бомбу на Землю, я честно, без преувеличения, подумал о таком финале. У меня появилась мысль, что если существуют такие корабли, как Гагарин, миссии Элигиуса, Криосны, навороченные технологии, то возможно создатели сделают так, что все выжившие улетят в космос и начнут искать новую пригодную планету для жизни. И что в итоге? Практически все так и произошло. Я только думал, что в 6-м сезоне они будут искать новую планету и большая часть времени уйдет на космос, но нет, они в принципе сделали все более логичным. Отправили всех в Криосон, а Монти и Харпер спокойно, без насилия, вывели из сериала.
и спасли остаток человечества. Концовка получилась отличная. Монти с седыми волосами – это сильно. Как персонаж он уже, кажется, изжил себя, и сценаристы приняли верное решение убрать его таким действительно крутым способом. Такой эпичный финал, просто понимаете, дает просто гигантскую возможность на развитие сериала вплоть до 10 сезона. А почему бы и нет? Ведь люди находятся на другой планете, здесь будут новые события, новые законы, существа. Единственное, что беспокоит, так это фантазия сценаристов. Либо они придумают нечто невообразимое, либо загубят шоу и его закроют. А ведь не хотелось бы. Наблюдать за тем, как на Земле происходили сражения, погибали герои, конечно, было интересно, но ведь не может это происходить вечно. И чтобы не закрыли сериал из-за однообразия, создатели отправили героев в далекий космос. И этот вариант очень умный, хороший и опасный. Надеюсь, в 6-м сезоне на графику уделят как можно больше денег и времени, наймут еще больше профессионалов. Можете, в принципе, меня пригласить. Потому что посудите сами, если на этой планете опять будут люди, не считая экипажа Элигиуса 3, который, по идее, там уже находится 230 лет, то мне кажется, получится не очень интересно. Было бы классно, если, как помните, в фильме «Пандорум» из-за генетических модификаторов, полученной каждым членом экипажа перед началом миссии, для быстрой адаптации к условиям новой планеты, люди превратились в монстров-каннибалов. Они стали сильнее, выше и агрессивнее. Монти в видеосообщении сказал, что Элигиус 3 не прислали отчет на Землю и, возможно, природа новой планеты как-то повлияла на экипаж, и все они превратились в жутких монстров. На это я бы посмотрел. Может быть, это реально еще одна отсылка. Твари, они охотятся на нас. Нужно бежать. Или, возможно, Элигиус 3 из-за технических проблем не смогли выйти на связь и забросили свое дело. Хотя, учитывая их технику, это было бы странно. Но ладно, предположим, что это все-таки случилось, и они остались жить на новой планете, на которой обитают неизвестные разумные существа и, допустим, мирные. Многие в комментариях писали, что устали смотреть на постоянные сражения. Я с этим не спорю, но вы не задумывались над тем, что, возможно, в 6-м сезоне их вообще уберут, так как новая планета, возможно, обитаемая, и там живет другая, разумная, спокойная раса. Хотя, это же сотня, по-любому будут бои. Что касается Кейна, то не переживайте, он жив. Просто сейчас находится в искусственной коме. Скорее всего, он выживет. С Эбби также все в порядке, она перестала быть зависимой от наркотиков. Мёрфис и Мори прекрасны. Неудивительно, что Джордан восхищается Джоном. Еще есть Мэдди, интересный персонаж, но по моему скромному мнению, актриса немного недоигрывает. Например, когда закричала боевой клич в момент наступления. Плюсы и минусы 5-го сезона. Начнем с положительных моментов. Новая кровь. На Землю прибыли зэки, и мы увидели несколько новых ключевых персонажей сезона, которые неплохо разбавили компашку землян из Кайкрю. Хотя раскрыть их как-то и не пытались. Макрири вышел просто психом, Майлз – технический гений, а Диоза – умный лидер. Плюс еще и беременная. История командующих. В этом сезоне нам более подробно рассказали о коллективном разуме командующих и о том, почему они были так важны. Хотя непонятно, насколько сильное влияние оказывают эти голоса в голове на своего владельца. Надеюсь, в будущем эту тему с Мэдди будут раскрывать еще больше. Может быть, даже с помощью техники корабля получится как-то входить в сознание пламени, и наши герои смогут общаться с Лексой и другими командующими. Старые персонажи. Некоторые герои очень сильно изменились. Октавия стала одержимой властью. Это даже подтвердила Диоза. Кларк постоянно меняла свои решения. Кейн стал как новый Джаха, а Эбби наркоманкой. Но сейчас с ней вроде бы все в порядке. Беллами в этом сезоне пытался многих образумить и не желал войны. Индра? Я все-таки думал, что ее уберут из шоу, но нет. Мне, кстати, в этом сезоне она понравилась, как и ее дочь Гайя. Все это выглядело интереснее только потому, что поменяли характеры. Просто мы уже привыкли к их старым образам. Благодаря этой смене сюжет двигался дальше.
Таракан, как вы догадались, это Джон Мёрфи, тут, конечно, без комментариев. Темный год. Это на самом деле флешбэк, который показали в недавней серии, и мне он очень понравился, как я и предполагал, дело в бункере дошло до каннибализма. Финал. Концовка пятого сезона открыла для сериала еще больше действий и фантазий. Теперь нам не придется смотреть за очередными войнами на Земле, ведь они будут происходить в совершенно новых и неизвестных условиях. Да и вообще, может быть, и не будет никакой войны. Все зависит от наших героев и новой планеты. Великое искушение погрузиться в сон, чтобы увидеть эту планету, но без Харпер. В общем... Теперь перейдем к минусам. МакКрири, он решил взорвать все, учитывая, что припасов на корабле хватит на пару недель. Для человека, который дорожит своим будущим ребенком, он на редкость недальновидный. Кларк, для бывшей командующей смертью оказалось сложно выстрелить в пустую голову МакКрири, пока тот вводил код. Это очень странно. Третий минус. Некоторые серии, скажем так, были затянуты. Не слишком, но все равно. Знаешь, в чем твоя ошибка? Надо было убить тебя, когда вы открыли бункер. Твоя ошибка в том, что тебе понравилась власть. Ничего, мне власть тоже понравилась. Пятый сезон в целом получился интересным. По законам жанра, после третьего сезона любой сериал теряет свою привлекательность и интерес к нему уменьшается. Но затравочка в финале с большим замахом. Тут уже есть где развернуться фантазии сценаристов. Можно расширить рамки жанра. Можно сделать какой-нибудь кроссовер, не знаю только с каким сериалом. Если есть другая солнечная система, обитаемая планета, то почему бы и не быть космическим путешественником? Что нас примерно ждет в шестом сезоне? Освоение новой планеты и конфликты внутри группы выживших. Встреча с разумными инопланетянами-гуманоидами. Маловероятно, но надеюсь, что-нибудь сделают. Новая опасность на планете в виде чудовищ. Такая себе гипотеза, но так как это новая планета, новая природа, может быть, там существуют какие-нибудь гигантские животные, монстры. Конфликт между людьми с Элигиуса 3. Думаю, этого не будет, так как сюжет повторяет пятый сезон. Напишите в комментариях, что по-вашему будет в шестом сезоне и понравился ли вам финал. Так как на тему следующего сезона фантазировать можно очень много, то в ближайшее время обязательно выйдет ролик. Вы можете написать свои теории, и мы все это разберем в следующем выпуске. Пятый сезон мне понравился, надеюсь, шестой не подведет. Подписывайтесь на канал, и если хотите, чтобы новый сезон получился интересным, ставьте лайк. На этом у меня все. Еще увидимся. Вы ее видите? Она прекрасна. Может, мы встретимся вновь. Может, мы встретимся вновь.